1 апреля 1942 года. Тульский областной отдел народного образования сообщал о подготовке школ к учебному году. В справке говорилось о том, что во время оккупации занятия прекратились на 3 месяца. Фашисты сожгли и разрушили половину тульских школ. Особенно пострадали учебные заведения в Туле, Епифанском, Чернском, Табарковском, Серебряно-Прудском районах. После изгнания оккупантов началось быстрое восстановление школьной сети. К 1 апреля 1942 года практически все школы были восстановлены. Из них 539 по инициативе самих жителей и за их счет. До победы оставалось 1134 дня.